Короче, приехал в отделение милиции, улица Красный Казанец, Вишняко, Вишняки. Написал заявление, сел снарядом, приехали в больницу 15-ю. Нас не пускают, никого вызывать не хотят. Типа все охранники отдыхают, приезжайте завтра утром. Вот. Милиция требует сюда вызвать начальника смены охраны. Охранники отказываются. В общем, полный беспредел, полнейший. Не знаю, чем дело кончится. Короче, смену закончил. Машина стоит в отделении милиции, скорой помощи. А я вот с сотрудниками милиции пытаемся найти этих злоумышленников. Ну, что дальше будет, не знаю. Ну, пока продолжение следует.